Расскажу вам сегодня, как приготовить вкусный легкий тортик в домашних условиях. Попробуйте, очень вкусно получится. Готовить легко, а гости будут в восторге от оригинальной слоеной подачи. Лично мне уже немного приелись покупные торты. Гораздо приятнее их готовить самостоятельно. Этот торт в моей семье называют сникерсом, потому что там много карамели и хрустящих криспов. А еще, это великолепный способ утилизировать неравномерно вздувшийся при выпечке корж, мы его тут порежем, и никто даже не заметит. Расскажу, как приготовить вкусный легкий тортик прямо сейчас. 1. Для начала приготовим корж-основу. В глубокой миске смешайте муку, какао и разрыхлитель. В кипятке растворите кофе и добавьте вместе с маслом в сухую смесь, перемешайте. Отдельно взбейте до пышной массы яйца с сахаром, введите в тесто. Выпекайте корж в течение 50 минут при 170 градусах. 2. Готовый корж основу немного остудите и нарежьте кусочками, дайте полностью остыть. Разделите бисквит на две части, одну выложите на дно прозрачного блюда. 3. Растворите карамель и добавьте в нее примерно треть от всех криспов, печенья, орешков. 4. Выкладываем торт слоями, поверх бисквита слой взбитых сливок, затем слой криспов и карамели. 5. Затем снова слои бисквита и сливок. Украсьте торт орешками и подавайте к столу. Приятного чаепития!